блокчейн стартап получил грант от Министерства национальной безопасности США. Как сообщает CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз министерства, Digital Bazaar получил грант в $700 000 через программу премирования малых инновационных предприятий. Отметим, что с 2016 года программа уже в третий раз премировала данный стартап, и на данный момент общая сумма грантов превышает $1 000 000. Как утверждает глава отдела обеспечения кибербезопасности министерства Дуглас Моан, ожидается, что проект применит потенциал блокчейна для усовершенствования онлайн-идентификации и метода доступа в интернет.